32 муниципальных образованиях Тверской области сняты ограничения пребывания граждан в лесах. Они были введены ранее в 38 районах в связи с установлением 4 класса пожарной опасности по условиям погоды. В ряде муниципалитетов ограничения продолжают действовать. Это Андреапольский, Западнодвинский, Жарковский, Нелидовский и Торопецкий округа, а также Конаковский район. Там до сих пор запрещено разведение огня на природе. Не разрешается въезд в леса на любом транспорте. Не допускается разбрасывание не только горячих спичек и окурков, но и стеклянной тары. Кроме того, особый противопожарный режим еще действует в Андреапольском, Кисовогорском, Кимрском, Лихославльском, Старицком, Торжокском, Удомельском округах, Бежецком и Вологодском муниципалитетах. Напомним, нарушителям грозит штраф в размере от 40 тысяч рублей для частных лиц и вплоть до миллиона для юрлиц. Стоит отметить, что на данный момент в Верхневолжье не зафиксировано лесных пожаров.